Во многих духовных традициях утверждается, что душа проходит через различные воплощения и уровни развития, прежде чем достигнуть полной духовной зрелости. Одной из интересных концепций является идея о 24 духовных воплощениях, которые представляют собой различные этапы духовного развития. Многие задаются вопросом, для чего душам вообще нужны эти воплощения и какие цели они преследуют. Однако, согласно некоторым медиумам и духовным учителям, ответ на этот вопрос может быть глубже, чем кажется на первый взгляд. По мнению многих медиумов, души стоят в очереди на воплощение, а каждое воплощение представляет собой уникальную возможность для души пройти определенный этап своего эволюционного пути. Эти этапы могут включать в себя различные уроки, испытания и опыты, необходимые для духовного роста и осознания. В контексте 24 духовных воплощений каждый уровень может представлять собой разные аспекты духовного развития, от освобождения от материальных привязанностей до сознания единства со Вселенной. Для души каждое воплощение становится возможностью углубить свое понимание и принять новые уроки. Также интересно предположение, что душа может развиваться по этим уровням не только в рамках одной жизни, но и через последовательные воплощения. Таким образом, каждая жизнь становится шагом на пути к совершенствованию и духовному пробуждению. Важно отметить, что эти уровни духовного развития не являются строгими рамками или ступенями, а скорее представляют собой динамичный процесс самопознания и преобразования. Каждая душа имеет свой собственный путь и темп развития, и важно уважать эту индивидуальность. Таким образом, 24 духовных воплощения могут быть восприняты как символическая модель духовного роста, напоминающая нам о бесконечном потенциале души и ее постоянном стремлении к просветлению и гармонии.